Это зимние сапоги для девочки. Их надевают на ножки. Это плащ. Его носят весной и осенью. Это зимняя шапка для девочки. Ее надевают, когда холодно и идет снег. Это рубашка с длинными рукавами. У нее есть воротничок и два рукава. Это колготы для девочки. На них есть рисунок. Это пижама для мальчика. В ней ложатся спать. Это кофта. Ее вяжут из ниток. Это гольфы. Их надевают, чтобы не поранить ножки обувью. Это юбка. Ее носят девочки и тети. Это осенние брюки для мальчика. Их носят, когда холодно или идет дождик. Это блузка. Она мягкая и легкая. Это зимняя шапка для мальчика. Она очень теплая. Это сандали. Их носят летом. Это свитер. Его вяжут из теплых ниток. Это платье. Его надевают, когда идут гулять. Это колготы для мальчика. Их шьют из ткани. Это футболка. У нее короткие рукава. Это шуба. Она пушистая. Это осенняя шапка для мальчика. Она закрывает голову и ушки от ветра. Это туфли для мальчика. Они могут быть большие и маленькие. Это зимние брюки для девочки. Их шьют из плотной ткани. Это зимний комбинезон. Его носят зимой. Это пальто. Оно застегивается на пуговички. Это носки для девочки. На них есть рисунок. Это шорты. Они короткие, чтобы не было жарко. Это носки для мальчика. Они согревают пальчики на ногах. Это зимняя куртка для мальчика. Ее надевают, когда выходят на улицу. Они защищают ножки от воды и холода. Это рубашка с короткими рукавами. Она застегивается на пуговицы. Это осенняя шапка для девочки. Она защищает от дождя. Это осенняя куртка для мальчика. У нее есть капюшон. Это халат. Его носят дома. Это берет. Его надевают на голову, чтобы не простудиться. Это панама для девочки. Ее надевают, когда на улице солнышко. Это кепка. Ее надевают на голову. Это пижама для девочки. Она мягкая. Это косынка. Ее надевают на голову. Это кроссовки для мальчика. Их надевают на ножки. Это перчатки для мальчика. Они греют пальчики. Это босоножки. Их носят летом, когда тепло. Это сарафан. Он держится на плечах. Это ботинки для девочки. Их носят осенью или зимой. Это майка. Ее можно надевать под свитер. Это варежки для девочки. Их шьют из ткани или вяжут из ниток. Это зимние сапоги для девочки. Их надевают на ножки.